Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Дорогие ветераны, уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые друзья, сегодня мы отдаем дань памяти всем, кто сражался здесь, в полях под Ржевом, всем, кто, не щадя себя, защищал Отечество, пожертвовал жизнью ради великой победы. Еще не так давно в официальной истории о боях под Ржевом не принято было много говорить. Мало, скупо рассказывали о тех событиях и сами участники. Слишком тяжело было вспоминать страшную так называемую ржевскую мясорубку. Ожесточенные, изнуряющие, отчаянные сражения шли в этих местах долгие месяцы. Борьба велась за каждую рощу, пригорок, за каждый метр земли. Невозможно без боли думать о тех потерях, которые понесла здесь Красная Армия. Погибли, были ранены, пропали без вести более 1 300 000 человек. Чудовищная, просто немыслимая цифра. Значение этой затяжной кровопролитной битвы в победе советского народа над нацизмом огромно. Она окончательно показала врагу, пытаться вновь развернуть наступление на Москву невозможно. Как невозможно сломить, покорить людей, вставших на защиту своей Родины.
За каждым павшим вновь поднимался в бой советский солдат. Невероятная ярость этой борьбы изматывала врага, сокрушала, подтачивала гигантскую военную машину Третьего Рейха. Бои под Ржевом шаг за шагом, день за днем приближали триумфальный исход сталинградского сражения, долгожданный прорыв блокады Ленинграда, освобождение Белоруссии, Украины, Прибалтики. Тот самый окончательный, решительный перелом в ходе всей Второй мировой войны. Мы всегда будем помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за победу. Какой удар приняла на себя и отразила Красная армия. Где в едином строю сражались представители всех республик, всех национальностей Советского Союза. Домой не вернулись, погибли в боях, в плену, в госпиталях больше 8,5 миллионов бойцов Красной армии. И это еще по-прежнему не окончательные данные. Ржевский мемориал – еще один символ нашей общей памяти. Символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя. Солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма. Время не властно над этим подвигом, и он никогда не должен, не может быть забыт. И уж тем более затерт, замазан ложью и фальсификациями. Мы такого не допустим. Судьбы, оборвавшиеся на войне, всегда будут отзываться в нас незаживающие раны. А важнейшим нравственным ориентиром, как и сейчас, будут служить мужество и стойкость наших отцов, дедов, прадедов, их безграничная любовь к родине, преданность Отечеству. Мы обязаны быть достойными этой высочайшей моральной планки в своих сегодняшних делах и поступках. Беречь, сохранять историческую правду, как живую нить, объединяющую поколения и в нашей стране, и за ее пределами. Огромное спасибо поисковикам, которые возвращают павшим их имена, а близким, потомкам часть семейной истории. Здесь, на этой многострадальной земле, поисковая работа обязательно должна быть продолжена. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании мемориала, структуры Союзного государства России и Белоруссии, наших граждан, которые внесли пожертвования на возведение мемориала, Российское военно-историческое общество и, конечно же, талантливый авторский коллектив. Это просто замечательная, прекрасная работа. Все, кто сражался под Ржевом, прошли через нечеловеческие испытания. Бились насмерть. Больше года. Сделали для победы все, что могли. Наш святой долг – чтить, помнить каждого героя. Увековечить их подвиг было делом нашей совести и чести. Низкий поклон всем рядовым и командирам. Слава героям Ржева! Слава солдатам Великой Отечественной и вечная память павшим. Спасибо. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие ветераны, соотечественники и друзья. Война – это всегда кровь, ужас и смерть. В этой нечеловеческой, жестокой реальности бывают рубежи, противостояние на которых оплачено неимоверной ценой. Ржев – именно такое место, потому что за ним была столица нашей Родины и вся наша великая страна. Здесь горела земля, плавился камень. И крошилась броня. Но не сдавался советский солдат. Шел в рукопашную, в жесткой схватке с врагом, когда заканчивались патроны. Истекал кровью на снегу в лютый мороз. Умирал, но стоял насмерть. Сотни тысяч героев полегли под Ржевом. И для каждого из них это была последняя пять родной земли. Его земли.
так же, как для других воинов Брестская крепость, Невский выступ под Ленинградом, Буйнишское поле под Могилевом и Мамаев курган в Сталинграде. Сегодня мы открываем памятник воинам, среди которых были представители всех народов Советского Союза. Мы отдаем им свой сыновий долг, долг святой памяти. И пока мы создаем памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем. Мы избежим этой страшной трагедии. И как только мы забудем дорогу к этим святым местам, мы обязательно будем воевать. В этом смысл наших деяний в эти светлые праздники. Хочу выразить, присоединившись к президенту России, свою благодарность создателям этого грандиозного памятника. Я также благодарен руководству России, постоянному комитету союзного государства, также признателен правительству Тверской области, Российскому военно-историческому обществу, творческому коллективу, всем гражданам, которые приняли участие в строительстве этого памятника. Посильное участие. Открытие этого мемориала, торжества на прошлой неделе в российской столице, митинг, реквием Брестской крепости, парад 9 мая в Минске, еще раз показывают, что это наши общие победы, наша победа памяти, слава, которую мы впредь будем свято хранить. Это и есть реальная связь времен и поколений, незримая нить, которая соединяет сердца всех народов, воевавших в той страшной войне, и прежде всего белорусов и россиян. С глубочайшей признательностью мы склоняем голову перед мужеством и стойкостью всех, кто отдал жизнь за свободу нынешних и будущих поколений. Убежден, что мемориал советскому солдату под Ржевом всегда будет символом нерушимой дружбы между Россией и Белоруссией, местом всеобщей гордости и преклонения перед подвигом наших дедов и прадедов. Мы не позволим умалить значение Великой Победы, исказить правду о событиях того времени и реабилитировать нацизм. Иначе трагедия может повториться. Беларусь, Россия, заплатившая миллионами жизней своих граждан за мир на земле, абсолютно едины в этом стремлении. Дорогие ветераны Великой Отечественной, вы продемонстрировали всему миру образец беспримерного мужества, патриотизма, свободолюбия и силы духа. Низкий вам поклон за бессмертный подвиг, доблесть, отвагу и верность Отечества. В этот светлый день позвольте пожелать всем белорусам, россиян здоровья, долголетия, благополучия и самое главное, во имя чего мы всегда в эти дни собираемся, мирного неба над головой. Вечная память павшим героям. Благодарю вас.